Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы во Франции, как видите, замки, тут мадамы, месье кругом ходят. И я бегло начал разговаривать по-французски. Свадьбу буду вести в стиле «On doit bonjour, месье, мадам, салеви, дежавю еще». Вот. Ну, это шутка, конечно. Сегодня мы в городе Несвеже. Свадьба вот такая. Все получится. Ребят мы уже знаем. Очень интересная пара. Так что вперед! Сама Алла Борисовна у нас в гостях, смотрите! Вы не поверите, вы хоть знаете, что это такое? Это мой, это его. На свадьбе в городе Несвеже присутствует сам король всей эстрады, которая вообще присутствует на планете Земля. Филипп Бердосы. Бандеровец. Филипп Бандеровец. Киркоров. Сам ты Бендеров. Ну и я здесь с ним рядышком. Всем привет. Филипп, два слова на видеокамеру. Это ОНТБТ. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте! Сегодня у вас в гостях Верка Сердючка, город Москва. Сейчас вы Киев, Москва, вот пассажирский поезд и все остальное. Сейчас мы у Верки спросим, как дела вообще? Сейчас. У Киева. Не знаю, но в Москве хорошо. Ну ты в Москве сейчас, да? Я везде. И не только в Москве сейчас, но еще... Куда вы скажете, куда напишем. Куда напишем. Вы и приедете. А сегодня мы где, Верка, ты знаешь, где мы сегодня? Где мы сегодня? Мы сегодня в Несвеже. В Несвеже мы сегодня, мы да. До новых встреч. Thank you.